Аналитики насчитали в России почти миллион открытых вакансий на начало года. Такие данные в своем исследовании приводит Финэкспертиза. Острее всего кадровый голод чувствует Москва. В столице не хватает 150 тысяч работников. В Подмосковье цифры скромнее – 66 тысяч. Ну а Петербург замыкает тройку лидеров. Там 62 тысячи открытых вакансий. В десятку регионов попали также Ростовская область, Краснодарский край, Республика Алтай. За год потребность в сотрудниках на российских предприятиях выросла на 80 тысяч человек. С чем это связано? Как говорят авторы исследования, факторов несколько. Например, иногда компании подключают не все каналы для поиска нужного кандидата, и сегодня для этого можно задействовать соцсети, боты, мобильные приложения. Особенно это полезно, когда требуется молодой специалист. Но и здесь могут возникнуть трудности. Нередко молодые специалисты склонны переоценивать свой опыт и способности, завышая свою стоимость на рынке, в то время как работодатель не намерен переплачивать за специалиста, которого еще нужно обучить, прежде чем он достигнет желаемого уровня квалификации. Сейчас на рынке стоит острый вопрос нехватки специалистов во многих сферах с хорошим образованием, с релевантным опытом работы, с развитыми социальными навыками. И высокого уровня профессионалы разбираются достаточно быстро и чаще всего крупными компаниями, которые могут предложить лучшие условия. Поэтому компании меньшего масштаба, которым также требуются профессиональные соискатели, вынуждены подолгу продолжать поиск.